Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала SkillFan. В этом обзоре мы познакомим вас с моделью венгерского производителя Armada Hobby в масштабе 1:72. Модель это называется ZIL-135-9T29 Frog Luna Транспортер. В набор включены детали из смолы и фототравления. Артикул E72024. Вот такая вот коробка, достаточно большая. С задней стороны некое подобие каталога этого производителя, но далеко не весь каталог. Вот. Сейчас мы скроем аккуратненько эту коробочку и посмотрим его. Откроем, точнее, даже не скроем, откроем. Посмотрим его содержимое. Так, итак, вот такой бокс. Открываем, тут пенопласт. Внутри детали из смолы, внутри две платы фототравления, а также даже я вам собрал три платы фототравления. Ура! Три! Вот еще одна. И инструкция. С нее мы, собственно, и начнем. Инструкция такая достаточно большая. Первая страница. Вот мы видим с вами, соответственно, детали, которые входят в набор. Картиночки в 3D, что радует. Дальше идет сборка шасси. Ну, у всех машин этого типа эта страница одинаковая. То есть везде показано одно и то же. А дальше уже начинаются вариации на тему непосредственно той машины, которая изображена на коробке и лежит в наборе. В данном случае это транспортно-заряжающая машина для перевозки и зарядки пусковой ракетной установки «Луна» или «Лягушка Фрог», как ее называют иностранцы, американцы и прочие наши друзья по НАТО, которые все продолжают окружать нашу страну со всех сторон. Так вот, чем мы им отвечаем? Вот такими вот машинами раньше отвечали. Сейчас уже другие. Вот, собственно, фототравление. Первая плата. Вторая плата. И вот такая блестящая. Еще одна. Так, что касается деталей смолы. Ну, их поменьше, чем в предыдущих версиях, как я уже говорил в других обзорах, которые, возможно, вы до этого смотрели. Детали из смолы могут быть различного цвета. Поэтому тут не пугайтесь, если вам придет модель с отливками другого цвета, это не страшно. Все нормально, как бы от серии к серии, там от партии к партии они могут быть разными. Вот кабина во всей серии, она абсолютно одинаковая. Литнички, аккуратненько снимаем облой, обнажаем, так сказать, стекла. Стекла придется изготовить самостоятельно из прозрачной пленки. Шаблоны нам производитель не кладет. И это, возможно, минус. Плюс в том, что они простые, эти стекла, да, и, соответственно, их несложно самостоятельно изготовить. Но, тем не менее, как бы было бы здорово, если бы все-таки производитель в будущем клал и шаблончики, по которым можно было вырезать, а лучше бы сразу же и пленку. Вот это несложно сделать. Вот, это у нас полик, скажем, платформа, на которой все детальки расположены. Ну, чуть-чуть пошкурить я бы порекомендовал. Вот, вот это боковые, так сказать, стенки рамы. Видите, одну деталь повело. Но, как я уже говорил, это все легко исправляется. Кладете в горячую воду и, соответственно, потом руками вот выпрямляете на плоской поверхности, даете остыть, и она уже будет пряменькая, прямая. Соответственно, не бойтесь вот этих всяких изгибов деталей и смолы, их легко исправить. Ну, вот такие ракеты, имеют они облой, видите,
так сказать, это где было, я так понимаю, где был литник. Ну, вот все тоже шкурочкой исправляется. Вот еще две такие же детали. Всего получается три ракеты. Сейчас проверю. Да, три ракеты в наборе. Ну вот прочие всякие детали. Буду показывать так по одной. Что будет под руку попадаться. Что-то поближе, что-то подальше. Давайте приблизим, пожалуй. Чтобы легче было этим заниматься. Здесь сверху насечки. Почему она так сама начинает вдруг работать? Так, это я уже показывал. Вот это задние. Задние крылья. Вот это передние крылья. Это детали, насколько я понял, рамы. Вот так они выглядят, а снизу, ну и облой, и вот на облой надо будет в окнах, которые вот сбоку, тоже снять. Ну, вот колесики. Такие колесики. Такой на них протектор. Так, да, и видите, два типа колес, соответственно, одни вот такие, другие вот такие. Диски колесные различаются между собой. Вот, колесиков у нас здесь 3, 6, 8. Ну, иногда бывает, что количество колес может быть чуть больше. Там, ну, бывает, что кладет производитель там с запасом, да, вообще каких-то деталей, иногда с запасом он кладет, потому что, ну, например, на каких-то деталях могут быть артефакты какие-то литиевые, ну, вот иногда вот таким образом как бы дает избыток, а иногда не дает. Вот, двигатель, нижняя часть. Да, я уже говорил в предыдущих роликах, повторюсь еще раз, и вот, кстати, наглядный пример. Да, вот деталь, и есть вот такой артефакт, там недолив некий. Это остается на, так сказать, в общем, это проблема моделиста, я бы так сказал. Шпаклевать придется моделисту, а чаще даже срезать просто часть и там, не знаю, восстановить за счет пластикового брусочка какого-то. Ну, вот это все-таки вот смоляные модели, как правило, без пузырьков или каких-то артефактов редко обходится. Ну, вот, поэтому мы уже писали и на сайте тоже, что вот, там некоторое количество каких-то вот таких вещей оно не является критичным, и производителям такие детали не меняются, поэтому это вот. Покупая модель, вы должны понимать, что такое может быть, и вам надо будет просто руки приложить. То есть говорить, что это какой-то брак, значит, что вы не хотите там ничего делать, поменяйте и так далее. Вот такого делать не надо, никто вам ничего в этом случае менять не будет. Это браком не считается, к сожалению, у производителя, поэтому и претензии не принимаются. Вот. Соответственно, вот такой жесткий подход в данном случае. Но тут вот, как говорится, кто не согласен, не покупает такие модели. Вот. Вот, собственно, мы вам... Да, вот еще, видимо, полик кабины. Вот мы вас и познакомили с этой моделью. В целом, интересная модель. Очень неплохо будет смотреться рядом с пусковой ракетной установкой «Луна» вместе, да, и вообще такая интересная, безальтернативная совершенно. Напомню, что это был обзор содержимого коробки ДИЛ-135-9Т-29, ФРОК «Луна», транспортер вооружения, модель «Армада Хобби» Е-72024. Заказать или приобрести такую модель вы можете, ну, под заказ она поставляется в нашем интернет-магазине skillfan.ru.
Заходите, приобретайте, заказывайте. С вами был SkillFan, до новых встреч!